надо вписывать горизонтально слова. Так, чтобы, во-первых, заполнить табличку. 7 слов надо вписать. Буква «С» должна стоять на том месте, где стоит у меня в таблице. Но самое главное – подсчет баллов. Подсчет баллов происходит только после того, как таблицы заполнены. Если буквы в строке не повторяются, за эту строчку вам дается 1 балл. Если буквы в столбце не повторяются, за этот столбец вам дается 1 балл. Пожалуйста. Значит, вы заполняете табличку. Первое условие – это заполнить. Это нет, ну, в тетради. Что существительное в единственном числе без названий. То, что единственное число. Без имен и названий, да. Ну, теперь достаточно длинные? А то она опять была слишком короткая, сейчас достаточно длинная. Буква достаточно часто встречается? Нет. Ну, S все-таки достаточно. Отвечает на вопросы то, что Василек, пылесос, да. Устрица, да. Утконос, да. Еще 2 слова. А какой у тебя? А, не кричу. Еще раз. Ну, свет. Нет, не успел. На 4-е шоу. Итак, нам нужно еще 1 слово. Можно, но нам нужно 6-е. Срочно требуется 6-е слово. Лен, Борисма, Айполисма, нет, почему? Она может быть, просто я балл.